В Анапе пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Среди них праздничные концерты, чествование юбиляров семейной жизни, конкурсы. 6 июля в 11:00 в парке Ореховая роща состоится праздничный концерт «Великое чудо семья». В 17:00 эстафету подхватит Дом культуры Алексеевский с концертом «На крыльях любви». 7 июля в 18:30 на площадке «Ракушка» на улице Горького начнется концерт Народного духового оркестра «Любовь и верность. Два крыла» в рамках проекта «Большие семейные выходные». 8 июля в 13:00 на Театральной площади пройдет концерт Народного казачьего хора «Россия. Вольная душа». В этот же день на лаунж-зоне на Центральном пляже в 8:00 начнется занятие по йоге, а в 19:00 состоится кинопоказ сказки «Старик Хоттабыч». Также посвященные празднику мероприятия будут организованы во всех учреждениях культуры сельских округов. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».